Хусик не в бане. Я его на характере ФПшну, потому что у меня хусик будет магический. Ну, челлендж как-никак. Опять лего-то, ёба-боба. Ну, поначалу, для разгона, я куплю себе мордиган. А потом начну собираться в магию. Потому что без мордигана, ну, тупо разогнаться не... не получится. Жизнь в надежных руках. Как барашанчика забрать, вот это вот все. Так, два брейсера, мордиган, потом ботиночек, а потом можно уже какой-нибудь дробовик покупать. Не знаю, догонщик. Раньше на хускаря вообще всегда дробовик покупали, потому что это было шот-ваншот. Армлет, что ли, ага? 30 секунд до начала сражения. Тинкер, кажется, пойдет керри. Как мидер собирается. Даже керри как мидер. Он что-то путает. Время не ждет. Ну чё, белка? Покажись. Я знаю, что ты здесь. Все отлично. Белка, может, тебе была взята, чтобы меня закрыть? Она же как бы мою пассивку выключает. Так, слышь ты. Маслину лови. О! Блин, что-то я сам маслину поймал. Держка, секунд 20, это что-то перебоебался, по-моему, немножко. Ладно. Ну же понимаешь, я, ну, моему паузу никто не поставил. Молодец. А это в крипа ударить? Я ж пошутил. Да, кстати, то не понимает, что по челленджу. Челлендж магический хускарь, вот. То бишь там талант надо будет взять на 20 урона от лавбрейка. Можно вообще мясо творить. Но для своей безопасности я на старте буду собираться как обычный хускарь. Иначе я разогнаться толком не смогу. А, он до сих пор не зашел, что ли, на Руси? Кого? Когда будет обнова в доте? В апреле. Надо топор покупать, чтобы он так меня не цеплял. Ай, крипа убил ты? Ну дай крипа добить! Топор. Ты думаешь, ты меня переиграешь, хуйня? Я знаю, как с тобой бороться. Чё не с уроном? Давай, кидай свою полено. Давай, 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 давай. Я в ожидании. А как же полено кинуть? Я специально лоу хп хочу стоять, чтобы забайтить. Она не байтится, зараза. Я не успел, охуеть. Быстро она реагирует. Охота начала. Еще шмальнешь? Возможно, у нее кнопка не... кнопка не нажалась. Она мгновенно две кнопки нажимает. Типа и сетку, и первый скилл. А что, не получилось? Убить ее все равно не получится, скорее всего. Она сейчас шестой получит, начнет меня, ну, пытаться как-то на куски порвать. Ой! На ничего, потом получится. Так, она шестой взяла, подожди. Мне очковать теперь надо, она меня похоронить может. Он всегда под меня кидает сетку. На этом можно его неплохо так подлавливать. Так, одна ошибка, я умер вообще-то. Опасно. На читы похоже, да? Если со стороны смотреть, это прям на лютые читы похоже, то что дерево ломается. Я думаю, белка там Олеха в ахуе сейчас находится. Слушай, от того, что я каждый день, каждое полено ее ломаю. Олехе, я, короче, крабу выбираю. Если ты на стриме. Там по челленджу вопрос был. Я крабу выбираю. Ой, блин, белка далеко. Got
готово. Там руна снизу, кстати. Чё за рендж? Охуеть. Я тупо не ожидал, что она на такой рендже меня цапнет. Белка тебя не чувствует, но белка была взята, чтобы меня контрить, если чё. У нее есть скиллы, которые хускаря выключают. Она просто меня переиграла тем, что у нее рендж сработал, а я стоял на кончике рендже. Вот и все. Ну она хороша, она неплохо орехи кидает. Я в очку Рошана идти бить, она мне не позволит, скорее всего. Нужно момент подловить. Что такое? Берем. Все жертвы еще впереди. Так, ну в теории я могу Рошан найти. Можете паузу подержать, пожалуйста. Я что у него там за дудосы? Кто это? Это кто? Это кто? А, там это, там подмог. Блять, мне топор переложен. Топор переложен, полундра. Ебать, очково мне здесь быть. Так, Лего, соизволь нахуй сходить, а? Они целенаправленно шли давать мне пизды! Втроем! Только фурион не хватило, чтобы еще прилетел! Охуевши! У меня главное выбора не было, куда идти, потому что я бы завернул сюда. Здесь белка, как бы здесь ее лес, она меня цепляет. Иду сюда, тут легионка. Иду назад, тут белка. Безвыходная ситуация! Я не мог никуда уйти. Белка максимально пользуется тем, что она мой контрпик. Че, и вард мы сломали, суки. Да я понимал примерно, что Лего не просто так прилетело, а, ну, прилетело давать мне пизды. Просто не ожидал, что их трое будет еще при этом. Так, я готов Рошан идти бить. Потому что давал ульт Фуро по мне ебашку. Экстра очков эти Рошана забивать. Ну, вариантов-то немного у меня. Сейчас под конец как ульта белки залетает, и она Рошана забивает. У меня жопа просто лопается, я стрим выключаю, ладно. Не проецирую плохие эмоции. Все, пора собираться в магию. Так, где мой дробовичок? Ко мне. Так, там обратка есть. Ну похер, я могу и в обратку добить. Проблема в том, что мне топор надо всегда в слоте держать на всякий случай. Там как бы фурион, если... Вся хурма. А, он хорош, хорош. Я думал, растеряется. Да похуй. Пенечки, не трогайте меня. Главное, как только слышу звук заряжение ульты. Я про другую ульту говорю вообще. Ну, сука, тоже неприятно так-то. Пошел вон! Блять. Куда будем? Куда будем? Что спрашиваешь? Чё? Кто? Чё за хуйня? Как тебя убрать? У меня какая-то хуйня на мониторе выскочила. А, все исчезло. Так я ж ничего там, у меня нормально стрим идет, ничего не попадало там. Опа, переиграл. А вот и... Ладно, я белку убил, я доволен. В принципе, норм, мне все так грустно. Там Кай уже купил, там глядишь, сейчас шард появится, там как брыз, дробовик, ульта, смерть. Все нормально. Белка уже меня не пробивает так легко. Ответ на то, как ты издевался на хускарем, да смысл? Хусик сам виноват.
вашу центральную башню атакуют. Жестко. У него что, гоним, что ли? Да пошел ты! Центральная башня противника разрушена. Так, пока белка мертвая, меня только Легран что убьет. Снизу. Да, ну спектра может еще, конечно, попытаться. В это, ну, чтобы я в обратку убился. Кстати, реально, я в обратку буду прям кончаться люто. А? Я не успел нажать на ебучий Inner Fire, потому что тут, сука, глобал был. Я сейчас не понял, этот глобал был нажать, чтобы меня законтрить или как? Или я чисто под раздачу попал? Кому-то на спектру подки. Опа, кто такой? Ты что думаешь? Я тебя отпущу, что ли? Да! Будешь знать, как глобалы давать. Так, там спектра рядом ошивается. Так, вампирик. Innerfire действие. Это надо, все, дробовик готов. Так, сейчас главное не обосраться, потому что если я прыгну в обратку, я умру. С огромным удовольствием. Это экстра очково мне немного. Блин, топор все равно же нужен, сука. Разрушена. Там у Фуриона спруты ломать. Скорее. Ага, вижу. Начало положено. Что-то я реакции Тинкер не вижу. Это типа, это обыденная ситуация, то, что Хускар с дробовиком бегает или как? Ты можешь оставить мне лес? Типа, это нормально. Ты еще раз такое видел. Так, белка доебался. Пошел нахуй! Только и могут три ствола на меня хуярить. Ну я понял их тактику, все, окей. Меня глобал выключает. Я опять Inner Fire не смог нажать, потому что глобал. Поход без БКБ тут нереально будет. Ладно, я куплю БКБ, а потом Witchblade куплю. Хотя, блин, мне шард нужен. Шард с Рошана выбью тогда. Так, я Рошан убил на 15 же, да? Чё, дебил? А, он ушел от меня. Нижняя башня противника. Похуй. Похуй. Блять, нихуя себе. Новая белочка, покажи себя. Блять, застрелят. Не переживу. Вот реально, я без БКБ вот такую хуйню не могу пережить. Ноль шансов, абсолютно. Ей даже не нужно ульту накручивать. Ей достаточно просто ее включить и бахнуть. И все. Просто она выключает мою пассивку, и я мгновенно умираю. Потому что у меня регена нет, меня мордиган сжигает. Шанс заберет. Мне шарт нужен. В смысле, тебе шарт нужен? А я шутка какая-то? У меня намереваются шарт отжать. Я что-то недоволен. Долг зовет. Там Лотаро Фурион не появился? На скорость. Я себе. На меня напали. Тебя ждет агония. Я его просто так размял. Сколько миссов? Урона, кстати, довольно много вылетает, но его все равно недостаточно. Мне бы шмотку на увеличение маг урона. Типа из нейтралов. Какую-нибудь. Но ее ни одной нет вообще. Может, сейчас в другом тире повезет. Мне кажется, это все хуево сейчас кончится. Ну, типа, чел, мне шар тоже нужен так-то. Бля, ну у меня просто вообще имба.
Я только засветился. Не дам. Ну, дай шанс, пожалуйста. Так у тебя три куска на руках. И БКБ нужно. Ну, я понял, ладно. Ну, с учетом того курса, что у тебя есть БФ, ты намного быстрее фармишь, блядь. Во. По-моему, лучше отдать его минеру. Блять, меня тупо переигрывают. Похер. Я готов. Хорош. Да что, блядь? Доебался до меня, сука! Заебался! На, ой, иди, мразь! Все, один доебался! У, сразу убежал! Так, мне бы еще виндлы с ней помешал. И просветики, да. Ладно, топор хуй с ним, топор придется продавать, ну, как бы БКБ есть, можно за счет БКБ хижить. Блин, хорошая штука. А там ничего на макурон не выпало? Нет? Выпало так-то, но мне отжали, блин. Забирай. Да, без метлы до часка, МСов мало. Всякий фурион от меня тупо на ноги убегает, вообще не прикольно. Я спрятался. Я деревце. Блин, спектра, сука. Сейчас. Сука, план не удался. Тебя ждет агония. Благодарю тебя. Кровь за кровь. Да. Опа. А еще сбить? Да ладно. Ой. Страшный ужас. Ужас, как страшно. Боюсь. А, я оглушен. Ну твою мать, я БКБ не успел нажать. Челлендж магических ускар. Как бы у меня план такой сейчас. Я, ну как бы, хочу магический урон носить, как бы, ну... И за счет этого я куплю себе Savage Blade, дробовичок, буду бахать ульту, ну, точнее дробовичок, ульта, а первый скилл. И за счет Savage Blade я могу бить дробовик. И там огромное количество будет магического урона. Это во-первых, во-вторых, там на 25 берется талант на урон дополнительный. Берется шмотка какая-нибудь по типу этого релика. Сверху еще покупается... Так, книгу распишу. Сверху покупается дискорд, и это будет ваншот. Ты просто нажимаешь дробовик, дискорд, прыгаешь, и он умер. Все. Уже чел не живет. А если выжил, нажимаешь еще на Inner Fire, он точно умер. А зачем мне шрауд-то? Толку-то от него. Мне нужен статус резист, чтобы я быстрее из станов вот этих поганов выходил. Ну или сатаник реально тоже приходился. Хотя вот если бы просто бы нажал на БКБ, потому что я убиваю себя в обратку. Так-то я бы это все пережил спокойно. Я еще и талант на вампирик не взял. Блин, я попутал. Как будто знаешь, что я за ним иду. Огонь бы, кстати, еще не помешал бы. Для полного комплекта. Надеюсь, он на Роша не выпадет. Так, если Фурион дурачок, мы тут останется. Нет, он что-то запаниковал и сразу дёру дал. А. Что-то я перепаниковал, по-моему. Немножко. Алебарды купи. У меня слота нету под нее, просветы нужны. Мрадиган скидывать ради алебарды. Ну так-то да, статус резиста она даст. Все, почти видит, готов Грейч на Вичблейд. Без Вич... Точнее, без Мрадигана просто хп нечем просаживать. Блин, а то сейчас меня не похоронят. Ладно, палец на БКБ. Вкус победы.
На всякий случай. Хотя Лего мертвый сбил, какой меня убьет-то. Блин, кому скажи, что нахуй скоря такой бил, соберу, он не поверит. Конечно, наркоман местный какой-то, что за хуйню ты собрал? Так, 25-й готов, такс. Спасибо, настоящий. Мужик, стой, 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 подожди, стой, стой. Та-да! Фокус с исчезновением. Даже без дискорда. Меня немножко калит то, что я с предметом первого тира хожу до сих пор. Мне надо что-то другое, что ли, взять. Хуйню какую-то нашу. За ней. Есть вижен. Реально ничего толкового нет, одна хуйня какая-то. Ой, блин, а я туда пролететь не могу. Захватите, я пролечу. Хотя там фурёна цапнуть можно, подожди. Блять, не вижу. Где ты этерил кидаешь, блять? У меня есть баши. Затем, чтобы его убить, представляешь? Я прилечу и лечу вместе с тобой. Я его убивал, он себя просто с прутами закрыл. Хорошо. Урс мне не даст аган. Он на меня обижен. Он себя его возьмет. Да. Ну я так и думал. Блин, жалко, я аганим очень сильно хотел. Ладно, придется своими силами аган покупать. Только, черт. Без просветов ходить как бы тоже не клево. Просто там прикол аганима, то что он... Так, спектр здесь. Истебалась сразу. И где она? А. Реализация Аегиса с этим, с аганимом происходит сейчас. Скажи мне, нахуя ты забираешь Шершаны и также продолжаешь ходить один? Опа! Мне надо. Идите вообще вниз, я не понял. Когда у нас крипы подходят поверху. Точно-точно подходит? Это не он их подвел? Штука, кстати, тоже хорошая. Но ролик пизжа. Ае! Ну все, всем хана! Сыр готовься. А хули все мертвые? О, блин, подожди, стой. Добранцы. Сюда! Вообще, главное на Легу не наткнуться. Страшный пиздец. А, там Пура снизу. Пурион. Он же тут. Он же где-то тут, я все еще знаю, я чувствую. Вот она моя булка из кустов хуйню кастует. Блин, как его выцепить? У меня теперь проблема, у меня нет места под просвет. Это Муншард сказать? Да хуй с ним. Охуенный трек, кстати. Прям показывает, ну, звуком, что обычно происходит в моих играх. Дедеха. Лего меня не убьет, если я успею БКБ нажать. Если я еще в нее утонуть успею, вообще будет шикарно. Так, стоп, это не к добру. Блин, я палец на БКБ держу, мне страшно. На ХГ зайду, меня Лего просто ультанет и все, похоронит. Ай! Давай, прыгай, Лего. Давай, осмелься. Давай, решайся. Ну, решайся. Меня кто убил, вот твой, не понял. А, сквозь невосприимчивость к магии, блять, я дурак, думал, не пройдет. Ну ладно, все равно неплохо. Пса, я тебе сверши сдам еще. А, и он, серьезно?
Блин, если так подумать, как бы релик работает очень охуенно в плане урона для моих скиллов. Но вот эта штука должна выдавать тоже охуенно огромное количество урона. И чего-то выгоднее по урону непонятно в итоге. Как бы тут урона дохуя вылетает. И тут должна тоже дохуя урона вылетать. Сколько у меня силы? 160, ага. И где сатаник? Мне нужен сатаник. Это не сатаник. Там игра уже кончается, что ли? Там камбэк из Рали, кстати, начался. Да. Докажи свою жертвенность. Ой, еще один на раздачу идет. Еще дядя. Любовь. Не надо. Да страшно, пиздец. Да иди. Я не закончил. Я сначала не понял. Даже не знаю, кто такие трехи донатит. Вообще не палится. В стелсе сидит. 45 тысяч урона нанес. Не могу отсортировать по макурону, блин. Но там явно больше 50% макурона было.